Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Представляю вам новинку. Это сегодня у меня на даче. Томат сорта канадское наследие. Сажал данный томат первый раз. Это новинка на даче. Понравился данный томат тем, что кусочек вишенки. Вишенки для плодов. А также кусочек фитофторози. В данном году в этом небольшой фитофторой и вишенки. Попал данный томат у известного коллекционера. Очень понравился томат. Еще раз, сорт канадское наследие. Растет данный сорт у меня в теплице из поликарбоната. В открытом грунте не сажал. Данный сорт томат очень вкусный, сладкий. Детерминантный. Это 80 у меня в теплице. Пойдет для переработки как на томат, томатную пасту и сок. Ну или консервации, кто консервирует кусочками. Или кружочками в баночках. Планирую посадить этот томат в следующем году в теплице из поликарбоната. Также в открытом грунте. Чтобы лет какой у него будет высокий, есть высокая у него урожайность или нет. Понимаете, какая скорость и потенциал. Надеюсь, в следующем году не будет такая сильная жарка в этом году. И у меня все получится. Большое спасибо вам за внимание, что смотрели до конца мои видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу, помогу, подскажу, чем смогу. Поделюсь своим опытом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Помогите развитию моего YouTube-канала. Он молодой YouTube-канал, открыт в этом году. Будет до его дальнейшего развития с моими лайками и подпиской. Еще раз спасибо всем за внимание. Большое спасибо всем, кто глядел мои видео. До свидания. Всего вам доброго. До новых встреч.